Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале «Добрые советы». Сегодня мы расскажем вам, когда замужние женщины начинают думать об измене. Ученые пришли к выводу, что замужние женщины начинают думать об измене своему супругу примерно на 7-й год после свадьбы. После проведенного масштабного опроса, во время которого эксперты опросили более 420 женщин, состоящих в браке разные отрезки времени, выяснилось, что чаще всего женщины готовы вступить в интимную связь с другим мужчиной. Исследователи отметили, что наиболее часто мысли об измене постоянному партнеру посещали тех респондентов, которые состояли в официальном союзе более 7 лет. Стоит заметить, что мысли о неверности вовсе не обязательно означают, что при наличии возможности женщина действительно решится на измену. А на этом все. Желаем вам здоровья, делитесь полезной информацией с близкими и друзьями. До новых встреч на нашем канале!